Я извиняюсь за свой голос. Я думаю, сорван голос не только у меня, а и у Сачко, потому как, я думаю, у меня сорван голос во время матча. А Вася должен был его сорвать вчера после матча. Я думаю, еще и пара сбитых костяшек. Ну, это такое, это не метод, но как средство применяется иногда.